Меня друган вызвонил. Завез какой-то, не знаю куда. Сейчас покажу. Шел, думаю, надо включить камеру, посмотреть, что за херня. Куда он меня привез. Фух. Вот так вот с высоты повыше забрался. Там сосны. Там лес начинается. Там люди еще, по-моему, живут. Там вон вижу какое-то здание. Вот там в кустах. Ладно. Еще перейду. Вот сюда вот перейду. Опа-на. Ё-моё. А тут вот так сверху. Промышленный город. Грязный. Вонючий. А люди здесь живут. Ну все, пока вот так. Приехали оттуда откуда-то. Сверху. Ну вот, ребята, мы с Вованом заехали в тупик. И что у нас получается? Как заорет этот металлодетектор. И вот такую вот мы бякушку выкопали. Как будем ее отсюда добывать, это одному Богу известно. Ну вот такая она примерно. О! Сколько в килограмм будет в ней? 120. 120 килограмм, говорит специалист. Но он не может ее вырвать руками, поэтому и говорит, что 120. Если бы вырвал, сказал бы точно. Фу, ладно, будем пробовать трелевать. Вот продолжается бой. Всем доброе утро, Вова. Ребят, демократ, друзья, мы, короче, победили эту ахальшину. Смотрите, мы ее... распилили, всю ночь пилили ножовкой по металлу, угорели по-черному. Но это была шутка, прибаутка. Вот такой агрегат небольшой, бензиновый генератор, делает свое дело медленно, но верно. Вот этой болгарочкой. Даже полдиска не ушло. Даже полдиска не ушло, но он, диск большой на 100, сколько там? Он на сколько там? Ну, смотрите сами, на сколько он там, 125 или сколько. Ну, такой диск большенький. И вот это вот все дело. Ну, от силы мы тут час затратили, не больше. Сейчас мы будем трелевать, кантовать. Круглая котей, квадратная контой. Ну все, погнали мы сдавать. Вот она одна часть, половинка. Вот она у нас вывешала 67 800. 67 800. Че, где еще одна? Не знаю, нету, блядь. Не вижу. Ну, итого 71 килограмм. Добавили чуть-чуть. Вон те две трубочки добавили, и получилось 71 килограмм. Хорошо. Ну вот, друзья, вторая приехала. Половина. Что она там у нас будет? Вторая половина у нас. Раз, два. 74 800. Вторая половина. Чуть побольше. Вот так мы поработали. Ну, а мы продолжаем. У меня лопаточка здесь уже лежит. Ой. И мне нравится вот этот. Этот писк. Писк мне этот нравится. Сейчас буду добывать. Там что-то массивное.
и лопата моя не справляется. Пришлось идти за карандашом. Карандаш всегда рядом. Вот он, мой карандаш. Ну, тут надо опять с усилием. Выверну, покажу. Ну, вот она и железяка, которую я сейчас выверну. А тут по мелочам всякая бяка. Там он еще нашел под осинкой пару амортизаторов древних от мотоцикла и два прутка металлических хороших. Продолжение следует. Просто достаем и все. Накладка. Килограмма 3. Ой, ё-моё. Поднял лопату. Она прыг начал поднимать. Она прыг в неё. Чё тебе надобно? Старче спрашивает. Я говорю, да вот железяку хочу выкопать. Ну иди, говорит, копай. У тебя ж лопата есть. Я, говорит, сейчас спрыгну. Мокрая. Жабец. Вот и все. Моя нога опору потеряла. Так вот бух туда. Думаю, что тут раливали. А тут такая вот ямка. Прям. Че к чему? Че было? Непонятно. Ну ямина как ямина. Хорошая. Около метра глубиной. Так, плюхнешься туда и все. Что за дела? Ну и ладно. Хоть не провалился совсем. Вот такой спрут мне попался. Где-то троечка. Полоска. И не вылазит. Сколько она еще будет под землей метров, одному Богу известно. Ну, мы ее вытащим, нам торопиться некуда. Ну вот и все. Спрут повержен, завязан в узел. Больше он никому не страшен. Все. Вот такой вот у меня сегодня урожай. У нас сегодня пасмурно. Прохладно. Хорошая накладочка ядреная. Одна. Вот вторая. Сейчас пробью дырочки здесь им, чтобы грязи поменьше было. И с утреца, как всегда, как обычно, отдадим ее куда надо. Накопал вот так вот сегодня здесь. Вон туда аж залезла гадюка. И вот тут у нее конец был. В общем, пришлось попотеть. Ну ничего. Нормально все.